Ну-ка. 223. Поехали. Снова на мать. 1000 до Нового года тоже маловероятно. Прям сильно маловероятно. Найс, мамин старт. Мамин старт. Нужно ПП сильнее ВР на мать. Так как бы я вообще не знаю, как это сравнить, типа. Я вот даже не считаю, что типа ПП там на мать или на чест, типа, чем-то сильно отличается, по сути. Типа, если ты задротишь на мать, ты, по сути, как бы тебе нет особой разницы. Типа, тебе что чест, что, по-моему, на мать играть. Если ты, типа, играешь одно и то же, типа, изо дня в день. То есть ты вообще, типа, не меняешь ни рума, ни босса, ничего. Я даже не скажу, что это, типа, чем-то сильно сложнее, чем в чест ходить. Типа Телос на мать я еще могу понять, чем сложно. Это да. Потому что там типа Телос, там в нем прикол. И то, опять же, если думают, это будет Телос там хуярить год-два на одну мать, скорее всего, и даже Телоста будут так же делать, типа 20-30 стрик на Телосте с тем же успехом. Потому что это просто, это вопрос больше, ну, привычки, типа, к этим тупым румам и всякой прочей хуйне. И, типа, не такие там прям большие отличия. Тем более на Эдене. Там вся проблема, там только лост. Типа лост вот на первом этаже. Там типа не умереть. И в принципе, в основном ты там не умираешь, как правило. Потому что это просто, типа, ну, считай, первая глава за обычного лоста. И там тебе нужно пройти порой одну, две, три рума максимум. И потом можно, типа, идти дальше за Эдена. Так что... Сложнее, чем чест, наверное. Но, опять же, если ты к этому привыкнешь, то ты особо-то, по-моему, неинтересно. Я считаю, наоборот, типа 4 цели даже более стриктно сложно, потому что надо, во-первых, уметь играть во все главы, и все проходить румы, и всех боссов уметь проходить. Во-вторых, это надо вечно, блядь, думать, куда, сука, идти. Это тоже бесит. Самое главное, блядь, сложность стрика. Каждый раз помнить, куда идти. То наверх, то вниз, то на мать, то, сука, куда-то еще. Хер пойми, куда какому-то зверю. Типа, сильно больше разнообразия, сильно больше надо уметь делать. А типа, не одну цель задротить вечно. Так что не знаю, мне кажется, наоборот, 4 цели более адекватный стрик. Для Эдена. По крайней мере. По-моему, самый оптимальный вариант стрика на Эдена сейчас. Но каждый дрочит как хочет, это в любом случае. Если любят французы хуярить мать, осуждаю хуярить мать на Эдене. Бога ради. На их... Так сказать, на их совести. Мы такое осуждаем. Рединер. Так, что там у нас? 3 хп, таблетки, помада, 2 LG, 1 тап. Пизда, там я сегодня... Не, не боб, не ключей нет. Кстати, статы какие-то красивые, да? Прям сильно хорошие. Да, стрик any percent стрик можно делать, реально. Но вот до такого пока еще не дошел прогресс. Там берешь либо негатив, идешь в капитал, либо берешь полароид, идешь в шевел. Гениально. Any percent стрик. Тупо как это. Speedrun стрик. Ока. Это забавная рума. Так, погоди. Неудобно. Давайте одного оставлю. А кого я бил? Я не помню, кого из них бил. Блять, я запутался, сука. Не помню, кого я пиздил. Этого пиздил. Ой, да иди нахуй. Так, я того пиздил, окей. Раз, два. Три. Четыре. Фак. Плохо. Всем объяснилось, что ты рыжий с бородой. Прекращаю употреблять наркотики, Пейн. Осуждаю.
Есть ключ. Фулхаус. О, это приятная рума. Без полета особенно. Ладно, тут можно по его не расслабить, ничего страшного. Paralysis. Подбери. А, две копейки, ни одной бомбы, пизда там. Хаос даст ключ. Хорошая попытка. Вообще, хаос-то я не знаю, хаос-то нынче нормальный айтем. Я его беру часто и, типа, как правило, он мне ничего хуже-то вроде особо-то не делает. Бывало, конечно, типа, когда раны были довольно унылые, но... Если хаос с первого этажа, мне кажется, то он обычно оправдывается. Обычно. Так, ключ получен, окей. Хорошо. Ключ мы все-таки взяли. Треба. А я и блайнды беру часто под хаосом. Ну, типа там шанс только на ТМ-тренер есть самое хуевое. Все остальное плевать вроде. Ну какие там шансы на ТМ-тренер? Ну давайте. Давайте будем честны. Шанс один к двум. Либо да, либо нет. Так что можно брать. Можно брать блайнды на хаосе. Ничего страшного. Угу. Ну, пока это все. Пока это все. По-моему, кошка съехала. У нас всего один ключ. Nevermind, у нас два ключа. Хотя, блять, она мать проптозис. Ну хотя, наверное, плевать. На мать проптозис. Может, это плохой тейк? Там типа нужен рейндж, да, ведь? Часто. Вот таблетки дать, это точно плохо. Потому что, во-первых, ладно, бомбки я уже видел, благо. Ну, все еще терепилс в игре остался явно. Это забавно. Нужны петы. Бомбы. Найс. Это не трогай. Я еще очень тут обходил. Опасно сейчас. Очень опасно. Если я взял тендер, я не продаюсь. Это не продается. Я такое раньше делал. Один как-то раз, по-моему, делал. Это, по-моему, до 1500 или 2, по-моему, взял что-то 2 или 3 кит айтема тупых. Ну, правда, это были айтемы не уровня ТМ-тренера, это были айтемы типа уровня просто минус скорость, и какая-то еще какая-то хуйня была. Было дело. Но это все. Стример больше не продажный. Либо пока еще ценник не придумал. Не оценил, так сказать, рынок. Окей. А я уже мать. Я мать. Мальчик, давай. Есть один шанс. Все сделать хорошо. Мальчик молодец. Лочить шлюпкой. Фак. Вообще она будет сразу залочена. Прям сразу. Сразу будет залочена. Фак. Нет. Нет, не хочу все равно. Не хочу.
Красных контейнеров 3. ХП не так много остается. Удивительно. А там были ХП красные? Почему я ХП не взял? Или там не было ХП красного на этаже нигде? Что-то этот момент маленько упустил из виду. Типа там было ХП или нет. Чтоб подобрать. Так, дорога будет походу не близкая, да? Тут немного побегать придется. Побегать. Сколько побегать? Ебать, нормально побегать. Подарки опять. Лень ждать ласта, хочу сразу хуйню. Хочу хуйню сразу. Вот ключ заберу, наверное, ластом. Не хочу тратить еще больше бомб. Вот это уже пиздато. Спектрал — это уже хорошо. Спектрал поможет явно. Опять паралич. Совсем Эден парализованный. Может, это здесь? А это здесь. Приятно. Тогда ключ мне пока, возможно, и не нужен. Да нет, ключ нужен в магаз все равно. В любом случае. Давай. Нормально. Вечно меня троллят. Ничего страшного, нам дали ключ. Это хорошо. Господи, как же, сука, сложно с этим протоисом жить. Что здесь? Блюмаппинг. Ну, телепорт, конечно, такой себе панический, но, в принципе, тоже телепорт панический. В принципе, это можно использовать. Если уж совсем не пойдет дело. Вот, пошли боссы и посмотрим, что там за босс. Интересно, насколько он там кринжовый. Трусы. Нужны не трусы, а нужен шот спидап. Босс, в принципе, на самом деле нормальный вроде. Этого босса я ластом, по идее, должен проходить без проблем. Если не тупить в начале. Особо нечего проходить. Терза. Ну, посмотрим, ладно. Но я, конечно, не буду на этаж весь фармить. Заберем ключ, заберем нож и валим отсюда. Расходим. Ага. Так, ключ. Я забуду. Бэби сын и бакс, наверное, нет. Денег нет, да и вроде не особо мне он нужен так уж прям сильно. Уже DPS уже такому есть. Пускай остается. Так, осторожно. Опять румы забыл, где какие были румы. В принципе, румы были сложно, только потому что полета, по-моему, не было. Бомба, так мне бомба сейчас нахуй не нужна. Я ж в кейс 2 пойду, нахрен сейчас бомба. Тут воронин. П? Ну, наверное, все. Пошли отсюда. Ну, одну бомбу, я думаю, найду уж где-нибудь за весь Кейвс 2. Или может ее можно купить. Либо магаз.
купить нельзя. Ну и ладно. Я думаю, найдем одну бомбу. Это, как правило, не проблема. Либо в магазин купить, либо так где-нибудь упадет. Конечно, в теории это блядская игра может наебать. Это редко происходит. Обычно с ключом проблемы. Проблемы обычно с ключом. Не с бомбами. Ну да. Вот вторая бомба уже найдена. Босса, босса, блядь, это лишний риск, алё. Нахуя мне, говорит, ластом, если я могу ластом не играть. Там одна ошибка, и ты ошибся. И минус 200 стрик. Вопрос, нахуй мне это надо? Если можно не рисковать, у меня уже билд есть. Называется простая логика, чат. Уровня первого класса. Бесполезный риск приводит к бесполезным результатом, как правило. По времени уже месяца три, наверное. Или два. Может, два. Там в команде Стас, по-моему, есть это. Есть дата, когда стрик начался. По-моему, в мае я его начал. А может, и в апреле. Я не помню. То ли в мае, то ли в апреле. Мы его начали. Поэтому, конечно, я бы, скорее всего, там, конечно, бы не умер, наверное, но опять же, если я там умру, это будет просто ебаная тупость. То есть из-за тупого фарма, который был мне нахуй там не нужен, въебать 3 месяца стриков. То есть, как бы, ну, есть это. Есть определенные, как бы, приоритеты в этом фарме и в этой жадности. То есть, ну, когда можно, когда телепорты есть, когда какая-то хуйня есть, можно, можно, да, можно фармить новости. Но если, типа, телепорта никого нет, нормального. Типа, телепорт на босса, это, блядь, не телепорт. Это хуйня. Потому что на боссе все равно можно ошибку сделать, это все. Можно умереть. Даже если босс, типа, не особо сложный при этом. Но, опять же, риск всегда остается. Зачем? Просто зачем? Уебываться — это плохая идея. Третья лестница за стрим. Я сегодня в шоке. Какого хрена? Бомбы, у меня 3 бомбы, я слежу за бомбами. Спасибо, Линер. У меня было 3 бомбы. Я это отслеживаю. У меня денег нет на лестницу, вот в чем минус. И нет Steam Sale, вот в чем еще большой минус. Это будет, наверное, Steam Sale скоро должен быть. Так, давайте откроем быстрее дверь, чтобы я реально не проебался бомбами. Раз бомба, 2 бомба. Исправил. Пургатория. Тирзап, хп вниз. Локап рейд в минус. Окей, спасибо. Классно, понял. Хорошо. Хорошие эксперименты. У меня максимальный стрик 3. Как это исправить? Продолжать играть дальше. И однажды будет стрик 4. А может даже и 4004. Как пойдет. Speed down. Айзек — это про въебанные кучи сотни часов и тысячи часов. Все приходит с опытом. Тут мало у кого получается сразу хорошо играть. Довольно сложно. Ну, если пытаться учиться маленько, других смотреть, как бы со временем это обычно приходит. Ну, типа, лестники не будет, но опсы — это что же хорошо, правильно? Я сам себя пытаюсь
утешать тем, что сейчас только что въебал все деньги на лес. Ну, хотя все равно, типа, мне все равно не хватало денег на нормальный айтем. Правильно. Типа, айтем хороший стоит дорого. У меня денег все равно было меньше. Так что, плевать. Деньги, да, все равно денег нету. Ух. Все равно денег не хватает. На хорошие айтемы. Так, это ролит все здесь. Твою мать. Окей. Таблетки, потому что там будет телепилс, я стрик засофлочу, поэтому надо их прекращать есть. На самом деле давно уже пора их не есть. Давно было пора их уже не есть, а я их почему-то ем. Это плохая идея. Там была тринка, да? Какая-то еще. Найдешь шарпки. Это мы уже проходили. Можно и не найти нечаянно. Но можно и найти. Или опять не будет денег на него, чтобы еще было смешнее. Я потому все, я, кстати, правила официально себе записал по поводу, если нету ключей первые два этажа. Теперь это задокументировано. Типа, если первые два этажа нет нигде ключа, типа, если он не падает, если ты не можешь его взять никак адекватно, то есть, где точно его можно взять, игра идет нахуй сразу же. И ты идешь на зверя. Если потом опять эта хуйня прокает, тогда уже просто идешь куда угодно, но ран типа в стейк не засчитываешь. Короче, намашнил. Намашнил себе мега правила. Кстати, деньги. Слушай, а ведь реально ты получается гений же на стримере это. Реально гений. Вот и все. Вот уже хватает денег почти, плюс-минус. Такого даже не антубер, он просто же это, нарезки делает. Я не думаю, что он прямо с консолью играет. Просто может какие-то раны хорошие пропрокует, среди всего говна из них он делает это. Нарезки на YouTube. Хотя, в принципе, опять же, там ты никогда это... не узнаешь, потому что когда стримы, когда типа делают нарезки видео, ты не знаешь, как это было получено и чем это было получено. Когда типа это не на стриме делается, не в лайве. Там можно, на этом можно бесконечно спекулировать. Поэтому типа стрики только в лайве можно делать. Но типа он там явно просто для ютуба пилит контент детям. Чтобы просто дети радовались веселым ранам. Там, по-моему, ноль каких-то попаток на какую-то серьезность вообще контента. Просто YouTube Entertainment. Нет, мне такое правило не очень нравится, потому что это дает тебе слишком много свободы действий. Если ты можешь, типа, сам это выбирать, куда идти. Тоже надо, чтобы был порядок фиксированный. Иначе ты типа видишь, о, старт хуёвый, тогда пойду типа сундук. Старт хороший, о, давай пойдем на мать. Не. Это уже блядство. Это уже, по-моему, блядство. Это слишком упрощает стрик. Не, просто я люблю, когда какая-то есть константа. Правда, это персонаж, ну и порядок ранов тоже, типа, тоже это постоянный. Если типа начинает эту хуйню маяться, типа как кобль делать, и он типа, ой, то на мать пойду, то в сундук, то еще куда, просто по фану. Ну типа это странно, это уже какая-то хуйня, а не стрик. Это просто ты типа сам решаешь, куда идти, на похуй. Туда пойду, сюда пойду, это уже, блядь, не стрик, это уже какая-то дрочь. Правила какие-то надо, чтобы были более-менее фиксированные. Поэтому свобода нужна, но в каком-то размере. Я не хочу, блядь, флетстоун. Я не уверен, что он мне сделает на проптозис. Скорее всего, ничего плохого, но я все не хочу это брать. Да, звезда дает хоминг.
Ее аура. С нее получаешь хоминг. Есть такое дело. Эксперимент. О, спида. Кайф. Тут мне только хп нужно, правильно? Чтобы мог скорее пройти. Свободный выбор, делать стык или не делать. Нет, такой выбор, да, такой выбор я одобряю. Так, так можно, да. Или даже играть или не играть в Айзека. Тоже, в принципе, нормальный выбор. Так, так можно, это уже второй автомат. Так, мы это явно будем фармить, да? Нам нужны деньги. Троллить, троллить или троллить? Тут тоже выбор очевиден. Из этих двух опций. Тоже нормальный выбор. Черная пропасть на вебке. Эй, черная пропасть. Захват. Захватило все. О, все. Отпусти. Нифига укусила. Все. Ничего было лезть правильно. Вкусная рука. Походу не очень. По-моему, у него, по-моему, все равно вид. Недовольный. Потрогал бездну, и бездна потрогала меня. Так это обычно и происходит вроде. Да, кошек? Взгляд. Этот ненавидящий взгляд. Все, заморали, заморали, да. Отомстила мне уже за это. Блёбика, блёбика не забирают. Блёбиков, пауков, висп и что-то еще, по-моему, не забирают. А нахера я взрываю? С этой стороны я троллю. Опять стример троллит. О, господи, это было очень быстро. Не, ну ключ-то понятно, что не забирают. Да. Все, пошли. Опять золотой. Золотой какой-то комок. Комок говна. Да, уже все, она уже ушла. Это уже не видно будет. Я так не разверну. Я сейчас скажу, уже она пойдет на отсюда. Кошка устала работать. Звезда, да, почему-то появляется оттуда. Не знаю почему. Ну так, так устроено. Хо-хо-хо. Наверное, все же это получше будет. О, деньги, найс. Эть! Найс. А, кстати, подожди, а реально? А почему у меня дедай зафиксированный? А почему у меня дедай зафиксированный? Потому что не падают слезы?
Стоп, что? А почему слезы не падают? Потому что проплывешь, что ли? А! А! Ебать. А это... прикольно. Я все не понял, почему это происходит так, ну ладно. Что-то я раньше такого не помню, чтобы так что-то это работало. Хм. Разве раньше был проплодис, типа Дедай проплодис? Бесконечный Дедай. Ну, может и был. Окей. Идеально. Ну это вроде прикольно получается. Получается имба. А, я не был в магазе. Бля, я троллю. У меня теперь бомбы и ключа нет. Бомбы есть, заебись. Убил Лалку. Убил Лалку до побега. Теперь могу пройти. Стоп-часы. Заберу. Стоп-часы норм. Флатсон, я вот и думал, что какая-то хуйня будет. Я потому и не взял. Лагает, честно, я ОБС не вижу, но у меня... Ты мразь. У меня вроде сегодня лагов вроде немного было с виду, хотя, может, и были. Вроде сильно лагать не должно. Хрень. Хрень. Быстрее иди. Да, там бывают скидки в этом магазе. Как и в нормальном магазе бывают скидки. Есть такие приколы. Йола. Псайклайн. Логерс. Хорошая Йола. Кстати. Кстати. Я ж могу здесь юзать это. Авибэк. Ебать. Как удобно. Это удобно. Подожди, сложно. Так лучше. Бог на это, можно не брать. Это мем. Просто день лестницы на ангела и скидки. Серьезно, весь день. Просто весь, блядь, день. Окей. Это было плохо. Это было зря. Такие ел, такие ел. Хуй не ел. Терзап, заебись. Плюс чего пол... А, потому что рак. Как минус дел... А, потому что я хуйню, да, успел подобрать нечаянно. Твою мать. Блять, тупой нахуй тринкет, ну ладно. Ладно, благо, сам билд уже и так, по сути, уже законченный билд. Мне уже ничего и не надо. Плевать. Абсолютно плевать. Кажется, деньги уже можно даже не фармить, вот честное слово. Денег уже хватает. Направо. Полетик. Похуй, да? Вообще. Привет, сэмпай.
ты. Да, потому что я взял трику, которая дамажит на хп сначала красные. Причем я так взял, что прям затаймил, когда меня бомба ёбнула. Чтоб типа тринка уже зафиксировалась. Полет? А у меня уже скидка. Я же взял Steam Sale. Как бы Steam Sale там вполне себе работает. В этих магазах. Ангела-магазах. Это уже просто Steam Sale. У меня будут до конца рана цены будут хорошие. А про ценник? Не, ну, полет довольно полезная вещь, я бы сказал, он стоит 15 копеек, вернее, 30 копеек. Я считаю, это адекватная цена. Потому что полет в этой игре это очень важная хуйня. Он очень упрощает игру. Полет. Так что, в принципе, нормально. Какой-нибудь щит обосранный, я вот не считаю, что стоит 30 копеек. А вот полет заебись. Полет нормальная тема. Какие флип нормальная тема. Да, щит параша. Причем реально. Щит на то он и щит. Деньги тратим, ну вроде. Господи, это что, магаз с коробками? Что происходит? Почему одни коробки? Еще один джокер, окей. Мухи. Усилим псайфлай. Давайте усилим псайфлай. Блин, сука! Я свечку не взял. Сука. Почти взял же. Ладно. Don't die, I mean... I hope I won't die, he spam. Low, he spam. Все, аж кошка убежала. А! Чуть не цапнули опять. Да иди тут. Фуф. Это взорвать? А хотя, ну давай. Тоже на ангел. Пойдем. Во. Давай еще раз. Я с тобой. Это взорву. Быстрее. Как ее ускорить? Что активка делает? Скоро увидишь. Прямо сейчас. Смотри и удивляйся. Типа делаешь раз, делаешь два, делаешь три. Изи. Изи плюс айтемы. Два по цене одного. Получается довольно выгодно вроде. Вот BFS звезда, что-то я не помню, чтобы она работала. Там Godhead'а у меня нету. Ну хотя Godhead проптозит с другой стороны, нахуй мне он нужен. Ладно, мне он, блядь, не нужен, возьму тирыц. Плюс, блядь, 0.23. 0.23. Ох. Ты же уже, по-моему, говорил, здорово, здравствуй, Филкио. Я же тебя, по-моему, уже видел. What's up? Так я много таблеток? Да, плевать. Ангел, это что-то, блядь, а нахуя он нужен? Я полагаю, уже контроля не будет, наверное. Че его брать? Зачем он нужен?
Во. Бесполезно. Не работает. Ну и ладно, мне уже и так хватает тирейд. И так немало. Неинтересно, вообще неинтересно. Ух, как муха с ума сходит. Ага, стабильно, раз в неделю эту карту вижу, спасибо, не хочу. Спасибо. Да-да-да, умри. Молодец. Так, теперь надо не проебаться. Сначала сюда идем, смотрим флип. Флип говно, ничего нету. Трейд займ жопер, получаем... Получаем мемы. Я долбоёб. Да короче, ладно. Я хотел вроде как... Я хотел, по-моему, забрать, типа... Берсерк и забрать... Демэдшап. Но что-то пошло не так. Что-то пошло, по-моему, не по плану. Еще не знаю, куда я иду. Но может сюда. Какой-то что это нахуй за этаж. Но берсерк я уважаю, поэтому. Тоже пойдет. Давай, конечно, бесполезная хуйня абсолютно. Дойти до матери поможет быстрее. Тоже польза. А, не добегу, наверное, хотя скорость большая. Хоть бы добежал, с ума сойти. Скорость решает пиздец, но берсерк очень сильно решает. ПП забрать перед мамкой. Похуй уже. Походу насрать. Здравствуй, Григориус. Да, заберу с собой. Да, это еще проплывет берсерк. Вдвойне хорошо. Очень сильный. Нали звезду. Даже с этим фармом. Ай, рума-то не прошлась, фак. Твою мать. Ладно, пирог на мать. Неважно. Поехали. Ух ты, нихуя. Псайфлайм я не спас. Звезды нет, она в дырку прыгать не умеет. Глупая звезда. Не научилась. Да, поставил. Стопвач душит. Нож, 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 как его поставить там красиво. О, или поставил. Найс. По две, ну типа по две вроде выгоднее. Гига. Причем, это я реально у этого читера посмотрел. Он, в принципе, некоторые вещи хорошо делает на мать. Надо ему отдать должное. Задачи этот раут, это я у него подсмотрел, что можно две бомбы ставить за раз. Это вроде очевидно, но что-то как-то я никогда не пробовал, типа, две бомбы ставить на один пролет. Прикольная штука. Ака, okay. Кеген. Okay.